Приветствую вас. Очень многое на самом деле зависит от того, чего вы хотите аноним. То есть, если вы хотите отношения свои с вашим мужем как-то улучшить, да, реанимировать, если вы хотите сделать их более гармоничными, восстановить доверие, то, что вы делаете, ни в коем случае не способствовать подобным положениям вещей, потому что, по сути, вы, ну, объявляете войну своему мужу, да, по сути, вы отвечаете ему тем же, вот. На мой взгляд, это не то, что может как-то, ну, вас сблизить, вот. И поэтому все зависит от вас, на самом деле. То есть, вам муж дорог, вот, то соответственно, наверное, стоит разобраться с тем, почему он так себя ведет. Вот, наверное, стоит поисследовать это и найти причины, значит, того, почему вас, с одной стороны, подорвано доверие, с другой стороны, почему он все время хочет уехать один. Для этого потребуется провести анализ ваших отношений, для этого потребуется провести несколько консультаций, возможно. Но в целом это позволит понять, есть ли будущее у вас как у пары, семейной пары, да? Вот, и, соответственно, посмотреть, имеет ли вам смысл вообще тратить свое время на то, что вы, к примеру, делаете сейчас. То есть, имеет ли вам смысл тратить свои ресурсы, да, вот, на человека, может быть, с которым у вас нет будущего, вот. То есть это, мне кажется, вполне себе адекватной позицией, вот, и, соответственно, уже решать этот вопрос, я предполагаю, так, что нужно вам самой. То, что вы, значит, то, что вы делаете сейчас, это не сближает вас с мужем. Наоборот, скорее, да-да. Вот и определите для себя, хотите вы этого, чтобы вы отдалялись или все-таки хотите как-то сблизиться. Вот. Исходя из этого, уже принимайте решение свое. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.